работаем сейчас. Ага. Да. Да нет, я не меняла работу. Я просто переехала на новое место. Да. На, ну, другое. Угу. Просто там кабинет больше и добираться удобнее. Ну, слушай, ну почему я должна с тобой советоваться, Лиль? Все хорошо, все нормально. Диск, да, да. Ой, слушай, нет. Не посмотрела. Извини, ради бога. Олег? А что, Олег? Он сегодня улетает. Да, в тайгу. Искать метеорит. Ну почему опять-то? Метеорит он еще не искал. Да. Здравствуйте, лейтенант Доценко. Документы ваши, будьте любезны. Пожалуйста. Так, Евгения Александровна. Извините, я торопилась, спешу. Ага, все спешат, все торопятся. Евгения Александровна, моя жена, ну супруга моя. Мы вам так благодарны. Она бы без вас, если бы не вы. А куда вы подевались-то? Я сейчас на новом месте работаю. А мы телефончик-то ваш потеряли. Как вас найти-то теперь? Где искать? Я в медицинском центре работаю, на Бабушкинской. Как раз туда тороплюсь. Так мы вас проводим сейчас. Спасибо. Учили вас, а массаж делаете неправильно. Надо от груди к ребрам, понимаете? Не от ребр к грудям. В общем, вы зайдете ко мне в 6. Замучил уже со своим массажем. А кто это там приехал? За кем это он поскакал? Здравствуйте. Здравствуйте. Рад. Я очень рад. Спасибо. Прошу. Прошу. Господи. Ну зачем вы выскочили? Я бы сама дошла. Ну, вот здесь вот у нас идет запись на прием. Здесь касса. Прошу. Массажный кабинет. Я, знаете, иногда сам, мануально. Здесь знахарские средства. Какие? Знахарские. Варвара. Вы не знаете, кто такая Варвара? Нет, я не знаю. Вы не знаете, кто Варвара? Не знаю. Предсказывает пол. Мальчик, девочка, на 100% за 9 месяцев вперед. Угу. Я познакомлю. Ну что, давайте теперь на второй этаж. Там у нас традиционная медицина. Ну, настоящая, значит. Ну, как угодно, угу. Как угодно. Мы все в белых халатах. Кстати, а что вы делаете сегодня вечером? Это вы к чему? Ну, хотелось бы отметить наше знакомство. А-а-а. Да. И вообще? Сегодня вечером. Сегодня вечером я провожаю мужа. Прекрасно. Значит, высвобождается время. Я знаю один пикантный ресторанчик. Там такой глинтвейн. Вы знаете, что такое глинтвейн, а? Я хочу, чтобы вы запомнили раз и навсегда. У меня не бывает свободного времени. Я все понял. Прошу. Прошу.
Соль. На-на-на-на. Ну, закуси. Вот. Все в сборе. Молодцы. Здесь мы проводим собрание, пятиминутки. Коллеги, позвольте вам представить нашего нового гинеколога Евгения Александровна Шаблинская. Здрасте. Ну-с, ну расскажите нам о себе. Где родились, как учились, с кем работали? Что, так прям сразу? А что тянуть-то? Как вы докатились до жизни такой? Врач и на красном БМВ. Хорошо рассказываю. Я в вашем центре. Арендовала кабинет. Буду вести прием через день, с 9 до 5. А мы работаем каждый день. Если есть вопросы, обращайтесь к администрации. А мне пора. Евгения Александровна, а может, отметим, так сказать, в неформальной обстановке? Благодарю вас. Я за рулем не пью. Ай да приобретенница. Браво, Сан Саныч, браво. Ты себя-то вспомни. Я сюда пешком пришла. Видали? И пошла себе. И нашла себе администрацию. Нахалка какая. Ну, вот вам и БМВ. На массаж обе. Ну что, допрыгались, куклы? Ух, лихо вы, Евгения Александровна. Вот прямо на ходу режете. У вас талант с людьми разговаривать? Талант? Да бросьте вы. А идите ко мне заместителем, а? Вот нам сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Здрасте. Это наша Юля. Закончила медицинское училище. С коллективом тоже не в ладах. Так что, я думаю, споетесь. Приставал? А мне и говорить не надо, что приставал. В ресторан зазывал. Он так всех новеньких приглашает. Тебя тоже? И меня, как же. Еще тот старый козел. Ну, я ему сразу сказала, что у меня папа в департаменте здравоохранения. А у тебя папа в департаменте? Да. А я вот здесь, во всем этом. А где бы ты хотела быть? Ну, не знаю. В медицинский институт пристроил хотя бы. Угу. А ты хочешь в институт? У папаши дружки там есть, я знаю. Пошли. Пошли, пошли. А папа мой, так он мне говорит, что настоящий генерал должен начинать с рядового солдата. Но я-то у него единственная дочка. Ну, держи. А что это такое? Ну, это карточки. Еще карточки. Это заполненные. Ну, держи, мне же неудобно. Пошли. Кстати, твой папа прав. Из хороших медсестер хорошие врачи получаются. Ну да. А я своего молодого человека спрашиваю, говорю, какая у тебя главная мечта? Сказать, что он мне ответит. Что? Я, говорит, мечтаю оказаться на необитаемом острове 1 сотни женщин. Нет, ну, такой дурак. Так. Юль, на, возьми. А что это? На. А зачем? Ну, отдашь кому-нибудь. Ну, так я же их специально принесла. Это же гинекологический кабинет, а не оранжерея. Так. Так, а сюда мы поставим 2 кресла и маленький журнальный столик. Зачем 2? Они к вам что, парами, что ли, ходят? Алло, да, гинекологический. По поводу приема сейчас прошу врача. Завтра во сколько прием? Завтра? Завтра в 9. В 9. А ты придешь в 8, чтобы здесь все вымыть. Я? Мыть? Я вам что, санитарка? Нет, ну мы сейчас генеральную сделаем вместе, а завтра просто так пройдешься. Я полы мыть не буду. Я дома никогда полы не мою. Что ты делаешь дома, меня не касается. А здесь ты пол мыть будешь. Каждое утро приемного дня. Понятно? Но это мы еще посмотрим.
Вот это мальчик, а вот это девочка. Она беременна. А вы откуда знаете? По животу. Родит. Папу надо убрать. Иначе всех съест. Так, я протестую. Это безобразие. И я буду жаловаться папе. Либо вы меня переводите к нормальному лечащему врачу, либо я закрываю вашу клинику. Все. Больная. Я вижу, девочки уже спились. Отнеси мой кабинет. Хорошо. Только осторожней, прошу хорошо, тебя. Хорошо, хорошо. Евгений-сан, а? Вы часом со шторкой не погорячились? Это антисанитарное безобразие. Вряд ли можно назвать шторой. Да им сноса нет еще. Не знаю, не знаю. Боюсь, что новое вам придется покупать за свой счет, Евгений-сан. А это что такое? Это моя личная картотека. Карточки на каждого больного. У меня же в основном мои пациенты. Вот это вот все? Нет, почему? Еще 5 коробок в машине, история наблюдений, все нужно компьютеризировать. Подождите, у нас есть своя регистратура. Ничего, прекрасно. Я буду совмещать. Ну хорошо, хорошо. Остается надеяться, что ваши пациенты будут оплачивать прием через нашу кассу. Надейтесь. Спасибо. А как же я? Не знаю. Девочки, сами договаривайтесь. Подвиньте. Боже мой. Вообще тоже полы ей мыть. Она себе что, уборщицу, что ли, нашла? Папе все скажу. Наш в ординаторской стол накрыли. Могла бы тоже раскошелиться. Думаю, не обеднела бы. Вон, БМВ какой. Слушай, а давай я отомстим, а? Кому? Ну, ей. Машину подождем. Ну, давай. Ну и как ты его подожжешь? Бензином обольем. Угу, заметь, засует, посадит. Тут нужно что-то похитрее. Ну а что, что? Ну, есть одна идея. Мне Мулю рассказывал. Кто? Когда они... Лю, значит, любимый. Ты что, из деревни, что ли? Ну и что? Так вот, они в гараже одному стукачу Дудулю бензобак подбросили. Это презерватив. Что? Презерватив? Да. И там что? С раствором с одним. У тебя есть презерватив? Нет, мне его как-то не на что одевать. Ну и дура. Ну ладно. Презерватив, положим, есть у меня. Слушай, а все равно ничего не получится. Почему? Ну, машина заперта, не видишь? И сигнализация. Как ты ее выключишь? Евгения Александровна, я пришла извиниться. Я хочу помогать. Давайте я коробки из машины принесу. Ну хорошо, сейчас закончу, пойдем вместе. Да не надо, я сама. Я с подружкой, вот, с Надей. Здравствуйте. Мы донесем. Ну хорошо. Разберешь там сама, да. Кнопки какие да, нажать, да. Да? Лови. Ну вот, кстати, знаешь, мой Лю, он очень даже верный. Я его на днях спрашиваю. А вот представь, что ты оказался на необитаемом острове и сразу со 100 женщинами. Слушай, знаешь, хватит болтать. Он... Давай, иди сюда. На. Это что? Кидай. Ну что ты рассматриваешь? Не видела ни разу. Давай кидай. Угу. Все? Быстрее. Ну все, если они не видели, с нас взятки гладкие. Почему? Пока резина растворится, мы же будем далеко. Она же не сразу растворяется. А что будет, когда Душечка, растворится? Вот и приехали. Господи боже, я не могу. Я вообще не понимаю, зачем ты меня сюда притащил? Чтобы деньги оставить, которые я зарабатываю? На, закрывай! Господи ты, боже мой, но тебе же нельзя волноваться-то. Вот и не волнуй!
порублю на фарш и котлет наделаю. Да успокойся ты. Ну, какие котлеты? Отстань от меня! Ну, тебе нельзя волноваться. Уйди! Вот дает, а. Я не пойду к гинекологу. Я пришла от гинеколога, от районного. Мне карта нужна, разменная. Обменная. Мне в бухгалтерии без вашей справки не дают декрет. Вы это понимаете или нет? Может, прикажете мне плиты рожать? Или мне в зал ресторана выйти? Вы ходили в консультацию? Какая консультация? Господи! Консультация, говорят, анализы. А за ними целую неделю насидишься. Мы к вам, а вы тут сидите хуже анализов. Ну, я просто советую, зайдите к гинекологу. И правда, Дошечка, у вас врача. Куда ты лезешь, идиотина? Давайте ваше направление на ваши анализы. Фамилия? Женщина, я сказала вам свою фамилию, только что! Замолчи! А вы далеко? Я за аппаратом в музей. А у нас же музей там, на четвертом. У нас свой будет, пока. Молчи, я сказала. Какого ты черта привез меня сюда? Молчи. Пойдем. Замолчи! Вот, пожалуйста, ваши анализы. Замолчи! Сказал! Нет, жена... Я убью тебя! Куда идти? Дай. Второй этаж, 24-й кабинет. Кровушку сдадите. Вы не волнуйтесь, все будет хорошо. Пошли! Дай поцелую-то. Ты так и не сказала, что будет, когда резина растворится. Двигатель взорвется. Опять Шерлок Холмс? Ты, мама, глупая, если считаешь... Эй, не хами, пожалуйста. Если считаешь, что я читаю Конан Дойля из-за каких-то там дурацких преступлений. Ну, конечно, тебя интересует совершенно другое. Конечно. Что преступление? Меня интересует сама атмосфера Англии. Да. Маш, поехали в кафе. Вообще, с личной жизнью сейчас у всех проблемы. Вот у меня, например. А что у тебя? Никак не могу найти себе подходящего парня. Один пришел на свидание в костюме в крупную оранжевую клетку. Ты представляешь, как это выглядело? Да. Другой водил за железку по жаре, чтобы посмотреть на могилу его любимого попугая. Вообще нормально? Третий нахал, четвертый дурак. В общем, нет тебе достойных, подходящих нет. Нет, ну вообще есть один, но у него фамилия дурацкая. Прутиков. Ну как можно жить с такой фамилией? Вообще-то живут не с фамилией, а с человеком. А я надеюсь, за Прутикова. Пожалуйста. Спасибо. Ты замуж не собираешься. Кстати, а Олег сегодня опять, да, улетает? Что ты молчишь? Улетает, да? Знаешь, что я скажу? Не суй свой длинный нос в чужие дела. Поняла? Ты сейчас куда? Мне нужно занавески купить для кабинета. Потом еще за аппарат музея. В общем, много дел. Купи лучше ролл-шторы. Пошли. Хочешь, я могу тебе помочь? Нет, мне же еще нужно Олега в аэропорт отвезти. Мам, а вообще-то Олег улетает вечером. Он мне сам билеты показывал. А я вечером не могу, понимаешь? Мам, что с тобой? Вы опять поругаетесь с ним. Он же тебя убьет. Хочешь, я с тобой поеду, как доктор Ватсон? Давай, ступай домой и делай уроки, мой друг. Доктор Ватсон, пока. Пока. Не пройдешь вообще. Какая машина? Вот это. Жень, ну что так рано-то, а? А чего ты трубку не берешь? Слушай, я, по-моему, в сумке его оставил. Ну что ты встал? Грузись давай. А это кто? Леха, оператор. Нам же надо было поговорить. Давай поговорим, а?
Ты выпил, да? Ну, выпил, а что? Что, нельзя? Мы сидели с нашими коллегами, обсуждали проекты. Ну, меня ж провожали. Ты же знаешь, что нам надо было поговорить. Я такси могу взять. Бери. Тебя, по-моему, что с мотором. Ты мне зубы не заговаривай. Показалось. Я прошу тебя, выключи свой Алло. Телефон. Я свой выключила. Здорово, перезвоню тебе. А ты не могла бы оборот избавить немножко, а? Я больше так не могу. Как? А так. Все время ждать тебя. Когда ты соизволишь приехать. Как коза вокруг колышка бегать. Я же не на курорты езжу. Это моя профессия. Корреспондент, продюсер и много чего еще. Угу. Ты знаешь, мне все равно. Мне надоело чувствовать себя Валентиной Ивановной из кино. Какой еще Иван? Кино такое было. Короткие встречи. Смотрел? Никогда его не понимал. Да объясни мне в двух словах, о чем фильм, о чем мысль, ну? А ты пересмотри. Вообще, Женек, я делю людей на две категории. Одни оседлые, такие как ты, а другие вечные бродяги, такие как я. И ни черта ты с этим не поделаешь, понимаешь? Потому что одни оседлые, а у других ветер. А у тебя, значит, ветер, и да? Ветер. Угу. Таких, как я, не интересует. Ни холодильник, ни дети, ни почет, ни уважение, ни карьер, ничего, понимаешь? Нам свобода нужна, понимаешь? Свобода. Ветер этот. Не понимаешь ты меня, да? Потому что ты оседлая. Жень, ты всего-навсего оседлая. Знаешь, если такое ветреное, а я такая оседлая, давайте из машины сами добирайтесь. Ну давай! Выходи, приехал. А что? Ну давай быстрее! Что случилось-то? Выходи давай! Алло? Алло? Что? Какая операция? Операция? А, Петь, это ты? Нет, простите, что-то не узнала. Куда? В клинику к Пекарскому? Сейчас буду. Thank you.
Больная 36 лет. Поступила по скорой в 3 часа дня. Температура на момент поступления 38,6. Давление понижено 90 на 70. Пульс нитевидный. Кровотечение остановить не удается. Кто это? На, отключи, отключи совсем. Угу. Здрасте. Женечка. Да. Читал. Впечатлен. Впечатлен. Это публиковать надо. Слушай, я 100 раз говорил. Ты должна оставить эту суету. Эту практику. И заняться делом. То есть чем? Научной работой. Я без практики не могу. Сможешь. Сможешь. Ну что, вдарим по коньячку? Я нет. Нет, я категорически нет. Символически. Категорически нет. Ну, а я выпью. Конечно. Выпью. Я только что провел удивительную операцию. Да еще при студентах. А вот как проделаешь такую операцию, да еще при студентах, ей-богу, 25 лет с плеч долой. Ну что, за тебя. Спасибо. За Машку. За Олега. Как он там, все еще летает? Летает. Ну, прости меня, дурака. Да не, ну что, ничего. Тихо. Влез я со своими. Ничего. Чего, ничего. Ну, за тебя. За Машу. Спасибо. Господи, Лиля, ну, откуда глухла, ты? Что ли? Как ты меня нашла-то, а? Через свою дочь. А откуда она знает адрес? Машка знает все. Ну, тогда помогай, как вовремя ты. Ну, давай. Давай. Вот это? Ага. О. Иди, иди туда. Куда? Ну, вперед. Куда нести, к тебе? Ну, туда, да. В кабинет ко мне. Грузили. А смотри, я купила роль-шторы. Хорошие, правда? Хорошо, что я приехала, а то грузчик ну, здорово. Тебя тут не наблюдается. Конечно. Давай, давай, спасибо тебе. Ага. Хорошо, что я приехала. Я приехала вытащить тебя в люди. Так нельзя. Я не позволю. Ты покрываешься плесенью. Чем я покрываюсь? Плесенью? Плесенью. Так же хорошо. В плесени много пенициллина. А значит, я не заболею воспалением легких. Слушай, а что у тебя с Олегом? Машка сказала, вы опять поссорились? Вот ты знаешь, по сути, Олег тебе не нужен. Тебе нужен совершенно другой мужчина. Вот как Валерка твой. Ой, хороший был мужик. Квартиру тебе оставил, машину тебе оставил. Машеньку, доченьку свою как любит. Ну что, гулял? Гулял. Все мужики гуляют. Шторы какие классные, сейчас повесим, ага. Вот я тебя с одним мужчиной познакомлю. Такой, знаешь, прям гладенький весь. Зарабатывает неплохо. Будет носить тебя на руках. И в плане секса. Слушай, тебя вообще секс-то интересует? Дура, дура. Ли, ты просто Ксения, дура, как понимаешь? Да. Богу, вы здесь. Катя, иди сюда. Она у меня в кабинете. Вот так, стала рожать. Сейчас мы быстро приедем. Рожай. Что это?
Да. Как вас зовут? Машечка, жена моя. Муж. Ой. Из роддома скорую вызвали? Сказали, минут через 40 будут. Быстрее. Думаешь, стремительные? Нет. Это мы никаких сейчас... стремительных. Но... У нас нельзя стремительно. Успокойтесь. У нас нельзя. Потерпи. Успокойтесь, терпите. Знаете да, что? Ну, ну давайте у нас же. Нельзя стремительно. Муж здесь уже ни при чем. Вы слышите меня? Нельзя. Быстрее. Ой. Аккуратнее, аккуратнее. Ой. Нельзя. У нас... Но у нас не роддом. Почему у тебя врач без халата? Что ты за медсестра? Давай быстро. Юль, давай. Сан Саныч, успокойтесь. Только не нервничайте, пожалуйста, Сан Саныч. Так, папаша вышел отсюда быстро. Ну что, неужели так больно, а? Я никуда не иду. Занавесь надо окно. Я распоряжусь. Не надо. Все. Возьми вот. Поехали, поехали, поехали. Быстро. Куда? Голову береги. Женечка. Папаша. Папаша. А куда поехали? Так, посторонних прошу удалиться. Вы посторонний. Я все-таки главврач. Ну, все равно. Роды дело интимное. Я вас очень прошу всех. Ну, выйдите, пожалуйста. Да. Давайте. Лиля. Ну, что ты села? Ничего. Ну, давай быстрее. Ехать возьми. Все, все, давай, давай, все. Ладно, я тебя внизу подожду. Юль, а? Ты на родах была? Да, нам один раз показывали. Ну, значит, пришел твой час. Давай быстро. Как вас зовут? Люба. А там за дверью ваш муж? Муж. А хотите, мы его позовем? Вам будет легче. Не знаю. У меня такой. Да? Зови. Не бойтесь. Идемте, идемте. Проходите. Здрасте. Здрасте. Как вас зовут? Люба. Вас как? Вас как зовут? Виктор. Виктор, возьмите Любу за руку. А хотите остаться? Хочу. Можно я пойду? Конечно. Подожди! На, возьми. Зачем? Ой, иди! Видите, какие они мужчины? Чуть что, все на нас сваливают. Не говорите так. Он хороший. Просто немного ранимый. Ну. Я его затыркала совсем. Ну. Вот помру. Ой! Ну, тише, тише, Люба. Ой. Люба, дышим глубже. Ой. Дышите глубоко, глубоко. Ой. Вдыхайте. Ой, кошмар, давайте, Господи. Давайте, глубже. Неужели я буду рожать спокойно, здесь прямо? Все, все нормально, все Ой. Хорошо, все хорошо. Не волнуйтесь. Все нормально. Ой, Господи. Ну, давайте, давайте, давайте. Что ж такое-то? Ой. Дышим, Ой. Дышим, дышим, Ой. Дышим, дышим. Ой. Люба, а кем вы работаете? Я? Ой, я поваром. Помощник шеф-повара в ресторане. Ой. Угу. Вам нравится ваша работа? Нет. Почему? Господи, вам что, нравится ваша работа, да? Мне нравится. Очень нравится. Все хорошо. Угу. Дышим. Угу. Капельницу. А почему? Да. А почему вы решили стать врачом, а? А у меня мама хирург. Да? Да, я хотела ветеринаром стать. Однажды зимой я голубя принесла домой, да, со сломанным крылом. Угу. Но она, конечно, все сделала. Что сделала? Починила крыло, зафиксировала его. Да. И хотела выпустить. А я устроила страшный скандал. Да, почему? Угу. Ну, потому что пожалела птицу. Потому что зима, холод. Я в Томске родилась, в Сибири. Ну вот, мама и сдалась. Да. А потом что было? А потом на утро маму сбила машина. Господи! Насмерть! Ну, если бы рядом был врач, а так ее не довезли до больницы. Вы думаете, это за птица, да? Не знаю, но я
Решила тогда, что стану обязательно врачом. Ой! Ну, тише, тише, тише. Да. Ой! Глубже дышим. Ну, потерпите, Люба, ой! Скоро дышим. Будет минут через 30. Ой! Хорошо. Все ой! Хорошо, Люба. Ой! Все хорошо. Ой! Все нормально. Не терпите, терпите. Ой! Да, да, да. Люба, смотрите мне в глаза. Нет, нет, не так легче. Рассказывайте, рассказывайте. Почему вы не стали хирургом? А я всегда хотела стать врачом-акушером. Почему? Потому что мне нравится роды принимать. Почему? Потому что роды – это прекрасно. Не вижу ничего прекрасного. Ну, это сейчас. А потом все забудется. Считай, сокращается время между схватками. Да. Хорошо. Значит, скоро... УЗИ достанем из коробки. Да какой УЗИ? Уже скоро будем иметь честь познакомиться. Сколько вам лет, Люба? 38. Угу. И что? И вы решили стать акушером? Да, я стала акушером. Люба, 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 Люба! И Афелин срочно в вену, быстрее! Быстрее! Как-то скоро Люба. Будет. Люба, Люба, Люба! Счастье. Здрасте, здрасте. Ручка. Что ж такое? Здрасте. Извините, пожалуйста, извините. Сюда, пожалуйста. Здесь душечка. У меня душечка. Вот. Извините. Пожалуйста. Сюда, за мной, пожалуйста, да. Ну вот. На, держи. Ой, какой хороший. Ну, здравствуйте. Как дела? Здравствуйте. Ой, я вижу, вы да, все нормально. Проходите. Поздравляю вас. Заставил нас поволноваться, но в целом хорошо все. Спасибо, угу. Доктор. Душечка. Отмучился. Все хорошо. Отмучился. Да. Да? Иди посмотри. Иди. Молодец от патологоанатома. Евгения Александровна, а это вот холодец. Попробуйте. Позвольте предложить дамам спирту. Вы пьете разбавленный спирт? Я пью спирт. Замечательно. А у меня с глицерином наш рецепт. Кстати, напоминает коньяк. Не отличишь от оригинала. Ваш глицерин, ваш. Да. Пробовать давайте. Давайте. Половиночку. Хватит, хватит. Я тебе отолью. Ну что, можно пить? Спасибо. Пить можно? Хлеба возьму. Дорогие друзья. Ну давайте за то, что все хорошо закончилось. Да, давайте. Ну давайте за здоровье. За здоровье. Давайте. 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 Ну, а скажи, ты вот так и пациентов в расстегнутом виде встречаешь? Я читала в американском журнале, что так больше доверия у пациентов. Дались вам эти американцы. Евгений Сан, а вот ответьте нам, пожалуйста, на такой вопрос. А как же вы поедете домой, если вы не пьете? Если вы выпьете. А ее повезу я. Да. Да прям по клубам, по ресторанам. Она у нас теперь девушка свободная. Девочки. Да.
Возьмите меня с собой. Ой, вы прям такой стремительный. У девочек будут мальчики. Мой диск. Вот я так и знала. Ты вот даже не распечатала. Ну, прости. 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 Поехали. Поехали. Слушай, ну а когда она закричала, господи, я так испугалась, у меня прям руки затряслись. Слушай, во что, в медучилище ни разу народа не водили? Да ты что, так только издалека видел. Надя, это же мы! Это что такое? Господи, что это? Что было-то, а? Что это было? Евгения Александровна, простите меня, пожалуйста, это все из-за меня. Я. Евгения Александровна, я накоплю, я у папы денег возьму, я вам все. Что ты такое говоришь, вечерушка начинается. Ладно, поехали, мы еще успеем такси взять. Что я Олегу скажу? Улетел, он уехал. Поехали. Да куда мы поедем-то?